Всем привет, с вами снова Санёк, и сегодня у нас игра Friday the 13th. Не знаю, ковырнул. Вот это ковырнул, наверное, скажете. Ну, без разницы. В английском я не силен. Значит, пятница 13-е. Оффлайн игра. Так, Crystal Lake мы уже играли вроде бы. Давайте дом Джарвиса. Так, последним у нас был Джейсон с мачете. Так, остался огненный топор и топор. Да, огненный топор и топор. Ну что же, давайте посмотрим, что он здесь. Опять идет какая-то расчлененка. Давайте выберем что-то другое. Вот, например, вот это мне интересно. Сильные стороны. Это скорость в воде, уничтожение, выслеживание. Недостатки. Чувствительность, невозможность бежать, ну и сила сцепления. Хорошо. Давайте поменяем слегка образ. Вот так, слегка забрызганный кровью. Джейсон пойдет. Поехали. Сложность средняя, вожатых 7. Чувствительность позволяет Джейсону отслеживать вожатых, даже если он не может их видеть. Понятно. Та же жертва, что и все. Наверное, разработчики решили, а давайте будем одного и того же убивать в начале ролика. Find them, Jason. Make them pay for what they did to us. Так, что у нас здесь? Давайте вырубим телефон. Я считаю, это необходимость. Эй ты, маджахед, иди сюда. 4. Бум. Ну, Джейсону только играть в футбол. Make them suffer like we did. Видели, какой удар? В сборной. Со своей стороны, я думаю, в ворота пульнул бы мяч. Противнику. Так, что у нас здесь? Что-то глюкнуло. Глюк. Ну что же, Джейсон. У нас все чисто. Вырубим электричество.
Вот мне интересно, как Джейсон будет доставать из палатки, если он там найдет жертву свою. Вот мне чисто интересно. Еще ни разу не удавалось мне найти жертву в палатке. Три удара — это хорошо. Твою же ж... Так, ну что же. Ёлки-палки. Так как Джейсон просто ходит, смысла назад возвращаться нет. Прорубим проход здесь. Она там застряла, я вижу. Это хорошо. О! Ребята, здесь есть еще кто-то. Get up, Jason. Find them. Kill them. Вася, поиграем в футбол. Для тех, кто будет играть, сразу же скажу, активные вот эти действия убийств будут только тогда, когда для Джейсона будет достаточно свободного пространства. И если пространства слишком мало, и вот эти действия, точнее, выбор способа убийства будет недоступен, значит, нам необходимо найти место, где будет удобнее всего, удобнее будет Джейсону наносить там какие-то там приемы. Ему будет необходимо пространство. А пространства нет. Ну и, в принципе... Да уж Джейсон не сможет сделать свои коронные приемчики. Ты здесь? Опа.
That's my boy. Hunt them down and make them pay. Так, я думаю, надо метнуться сюда. Ставим капкан. Идемте в домик. Там светло. Наверняка есть гостеприимные люди. О, сколько здесь сигнатур. Девушка, хопа, иди сюда. И все. Четыре, давай, четыре. Конечно, жаль, что не сможем делать то, что Джесси умеет. Yes, kill for mother. Ух ты, там есть какой-то подвальчик. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Давайте проверим по кровати. Бог. Сразу же. Нужно было молчать. И здесь есть? Обалдеть. Вот это просто повезло как-то. В одном доме 4 человека. Офигеть. 4, там 3. Нет, там 2 или 3. Короче, по идее у нас осталась только одна жертва. Вот она, кстати, бегает. Так, ладно, пусть он бежит. Нам его необходимо вывести на улицу, чтобы сделать хоть один какой-то трюк. Он сейчас там от страха писается. Беги, беги. Это тебе, парень, не поможет. Отлично. А вот и свободное пространство. Ну нет, только нет. Он спрятался. Вот мне интересно, как Джейсон метает топор, потому что вот эта версия персонажа может метать топор в свою жертву. И я, честно говоря, ни разу не пробовал данную анимацию.
это. Карта, ага, электричество у нас здесь. Давайте вырубим электричество. Он сразу же из своей конуры вылезет, и мы, соответственно, его там и настигнем. Я забыл, нужно было капканы расставить. Точно. Протупил. Протупил, ребята. А капкан нам необходимо было поставить. Где я был? Где-то здесь. Ах, ребята, ну что вас всех тянет вот именно сюда? Этот дом зловещий. Ничего, мы сейчас охоту устроим, посмотрим. А, вот ты где? Да ёлки-палки. Давай, быстрее вставай. Ну что же, у нас капканов нет. Как этого козла выкурить, я просто не знаю. Не попал. Давай, убегай на улицу. Да ты что? Издеваешься? Только не прячься. На улицу. Все, беги на улицу. О, нифига себе. Ты чё, издеваешься? Полечился, все думаешь? Он уже даже бить нас не будет, потому что у него нету топора. Поломался. Короче, мы его прижали, я вам так скажу. Давайте вынесем его на улицу, и там разберемся. Главное, чтобы он никоим образом не спрятался. They want to hurt you, Jason. Давай, беги. Don't ну куда them. Ты бежишь? Забираю его, пошли. Один. Интересно, что это будет? Ну что же, как я и говорил, оставался один человек, и мы его довели просто до безвыходного состояния и принесли в жертву высохшей голове мамы Джейсона, так как нам было нужно. На этом все. Мы получили 1070 экспоинтов. С вами был Санек. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.